Они всегда в делах: домашние заботы, дети, школа, работа, а у кого-то собственный бизнес. А так хочется просто побыть красивой и счастливой. 12 прекрасных мам стали участницами премии конкурса «Крылья». Меня зовут Татьяна, и я здесь, потому что мне захотелось ощутить себя ярко. Не просто профессионалом в чем-то, не просто человеком, а именно мамой. Меня зовут Елена. Я здесь, потому что мне стало интересно, когда я услышала о том, что девушки организуют конкурс для активных мам. Меня зовут Екатерина. Я здесь, потому что это мечта моя с юности – побывать на конкурсе красоты. У каждой участницы своя история. Здесь и мама, воспитывающая 10 приемных детей, и мама, руководитель профсоюза крупной компании, и мама, актриса, и педагог. Для каждой из них конкурс «Крылья» – это повод надеть вечернее платье, выйти на сцену и покорить мир. Праздник проходил в гостиничном комплексе «Царская деревня». Его организатор – городское сообщество «Девчат СП» и многодетная мама Мария Бережная. И вот этот маленький островок, который сегодня мы создали, да, с девчонками, с девчатами с нашими, это и есть крохотная часть, когда женщину можно, ей надо восхититься, окутать ее овациями, подарить ей праздник, чтобы она дальше могла, ну, просто жить, а если женщина живет, то живет весь мир. Конкурсная часть проходила в несколько этапов. Участницы показывали свои таланты, отвечали на вопросы жюри. По результатам каждая была отмечена в персональной номинации и получила подарки от спонсоров. Но все отметили, что победа для них не главное. Главное – хорошее настроение и внимание, которое они получили. Татьяна Колганова, Михаил Кирсанов. Программа «События».